Стой, кто идет. Та свинья. Стой, стрелять буду. Та свинька же. Да капитана я. Дело есть. Какое дело? Ты доложь. Доложь, кажу. Заходи. Где? В бабы Захарии. Покажешь. Салабай, за мной. Очунил. Очнулся. От радости. Радость-то какая. Ешь. 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 Який как звать-то тебя? Василий. Теж, значит, тоже Василий, значит. И, мой и старший мой был Василий. Пропал. Пропал. Может, его теж. Может, его тоже кто-то спрячет. Чеканец. Беглый. Домой мне надо. Я не могу убивать. Руки не слушают. Домой хочу. Работать хочу. Только нет больше дома. И моих, может, нет. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Дай Бог. Бог даст. Живи. Живые они. Знаешь. Найдешь. Найдешь. Руки мразь. Не стреляй. Не стреляй. Не стреляй. Свой он. Он мне не свой. Товарищ капитан. Я тебе не товарищ. Немцу продался, сука. Раненый он. Убери ее. Не стреляй. Бери, я сказал. Не трогай его. Руки. Руки, мразь! Ты оглох? Христа ради. Я сказал, руки достал. Вторую руку достань! Товарищ капитан, у меня. Пропади ты пропадом. Сердца у тебя нет. Окаменел ты. Запомни, кто полюбит тебя, умрет на месте. Не будет тебе счастья, Иван. Бабку в погреб? Не будет. Его обыскать, документы проверить. Кто полюбит тебя, умрет на месте. Не будет тебе счастья, Иван. Не будет. Что за чушь? Thank you.
Товарищ капитан. Что? Товарищ капитан. Товарищ капитан. Чего тебе? Разрешите доложить. Бабка пропала. Не понял. Пусто в холодной, а дверь на замке была. И тут еще этот наводчик повесился. Сам повесился? Сам. Может, в церковь сходить, товарищ Толоконников? Наговорила она вам всякого. Шубин, ты коммунист? Так точно! Я сделаю вид, что ничего не слышал. Свободен. Есть. А, товарищ капитан, тут телеграмма вам. Вот. Ты что, штаны наложил? Да нет. Нет, ты сразу скажи. Стрёмно и все, забудем. Да нормально все. Значит, сначала заходишь, там посмотрелся, да, лежит она там в гробу, или Нолик все наврал. И сразу назад, понял? Понял. Вперед, товарищ. Мы тебя не забудем. Ануша! Тихо, тихо! Давай через ворота. Чё, и вправду зайдет? Вот придурок! Планированное проникновение со взломом.
Три года колонии – это в лучшем случае. Ущерба на тысячи. Зеркало, антиквариат, 50 тысяч рублей. Цветочный горшок. Цветочный горшок не е. А кто? Какого черта ты туда вообще полез? Просто. Просто. Доказать, что хотел? Доказал? Теперь что? Ничего. Ничего. В тюрьму пойдешь. Подумаешь, не хуже, чем дома. Поумничай. Я тебя быстро дурь из головы выбью. Сильно болит? Уже нормально. Сашенька. Доволен? А все ты. Собственного сына пропил. Ты куда смотрела? Думаешь, ему от тебя только пожрать надо было? А тебе, похоже, только это и надо было. Сколько ему теперь дадут? Не волнуйся, по полной. Господи, как ты мне надоел! Забери ты от меня этого унтер-пришибеева! Это кто унтер-пришибеев? Ну что, гляди, смотрит, смотрит. Делаем вид, что не замечаем. Илюшечка, может тебе водички подать? Может, кушать хочешь? Бедненький. И что? Что потом? Потом он встал на подоконник, они живут на пятом этаже, и прыгнул вниз. Доктора сказали, мог умереть, а он жив. Но сердце его разбито, вдребезги. А ты девчонка? Она так и не пришла. Эх, вот если бы ради меня, я бы влюбилась. А ты? Илюша же не просто парень, он герой. Молчит, страдает. Не то, что этот преступник. Неужели правда? Я слышала, медсестры говорили, взломщик он в чужой дом залез. Бабушку старенькую убить хотел. Гад какой! Возрастется рука и в тюрьму сядет. Хоть бы уже выписали поскорее. Эль, ты деньги спрятала? А как же? Хорошо. Стыдоба какая, а? Мама, ты рожу-то не вороти. Посмотри на мать глазами своими бесстыжими. Ты чем думал вообще? Мама, не ругай Илюшу. Молчите. Печенье жуйте, не ругай. Чего ты на тот коровник полез? Да я за голубями полез. За голубями. Знаю я, за какими кто голубями. Это? Не знаю. За девками лазал глядеть. Дядь Степа сказал, что коровник он починил. Но если ты хоть еще раз туда ступишь, он тебе вот эти вот ноги повыдергивает. Ты понял меня, сына? Угу. На. Ну, здравствуй.
Александр Толоконников. Вот. Познакомиться с тобой пришла. Я Серафима Ивановна. Вот ты, значит, какой. Какой? Отчаянный. Да какой я отчаянный? Кривое. Исправлять меня надо. Да что тебе исправлять? Я спасибо пришла сказать тебе. Чего? Ко мне отец твой приходил. Оказывается, меня пытались ограбить. Ну, ты спугнул. Не испугался. Ну, я отцу твоему говорю, надо бы Сане награду какую-нибудь. А он не и ни в какую. Награду? Ты вот что, как только тебя выпустят, ты ко мне приходи, защитничек. Хорошо. Я буду ждать. Поправляйся. Что? Ну? Я пришел. Я вижу. И зачем же ты тогда ко мне забрался, Александр Толоконников? Ну, просто посмотреть. На что посмотреть? Ну, люди говорят, что вы ведьма и в гробу спите. Разве я похожа на ведьму? Нет, но люди говорят. Люди говорят. Люди говорят. Ну, и что же нам теперь с тобой делать, Саш? Извините. Извинить. Так дело не пойдет. Ну-ка, бери. Бери. Ну и что мне с этим делать? Ты же мужчина. Думай. Нажрался уже. Зарплата где? На столе. Я спрашиваю, зарплата где? Ну, я тебя прошу, не начинай, а? Ты чё мне тычешь? Ты чё мне вот это тычешь? Ты с кем пил? Это, по-твоему, деньги? Я чем кормить буду вас? Убов здоровых! Да уймись, а! А ты мне рот не закрывай! Сколько я могу терпеть все эти твои пьянки бесконечные? Сил моих больше нет! Я уже все сдала! Похрен сдала! Золото заложила! Шапку песцовую ни разу не одела! Слышишь? Я с тобой разговариваю! Алкаш проклятый. Ты с кем говоришь, забыла? Действительно. С кем я разговариваю? Я участковый.
С кем это я говорю? Участковый, мать. Да вместе, ты дура. Чтоб ты сдох. Есть будешь? Побольше сметанки, побольше сметанки. Да не, у меня есть. Спасибо. До здоровья. Как там у Серафима? Нормально. Вот это я понимаю. Руки. Гляди, мать. Радуется он. Как будто ты его работать научил. Рот закрой. Так! Рот он не закрывает. Ты не ори на ребенка, понял? Разорался он. Я не знаю. Че, опоздал куда? Что вам надо? Шоколада. Отстаньте от меня. Ты как со старшими разговариваешь? Стоять! Пусти, дурак, я брата позову. Брата? И он боксер. О, боксер! Ну и в каком же весе? И трошка сделал. Нет, тяжеловесная. Че? Эй, что ты понял? Не понял. Пусти, дурак. Седайте. Ах ты гад! На! Ну ты крыса! Ну все, пришли. А ты и правда герой? Да прям. Слушай, а пойдем как-нибудь к Серафиме? Она вообще классная бабулька, обрадуется. Ладно, я Лиду возьму. А зачем? Ну, я просто у нее живу. А родители? Родители далеко, на севере. Они с Литкиными лучшие друзья. Понятно. Ну ладно, давай тогда пока. Пока. Ешьте, ешьте, лопайте. Куда мне одной столько? Спасибо. А вы давно одна живете? Давно. А муж у вас есть? Нет. А дети? И детей нету. Но у меня есть что-то очень важное. Очень. У меня есть любовь. Большая-большая, крепкая и верная, вечная.
Не у каждого человека бывает такая. А я вам сейчас покажу. Их 45. Один год, одно кольцо. Вот это он мне прислал в 45-м, когда кончилась война. Мы должны были пожениться, но он не вернулся с войны. Погиб? Нет. Просто не вернулся. И ни звонка, ни письма. А через год пришла посылка, неизвестно от кого. И в ней кольцо. И опять ни строчки. Разлюбил. Нет. Ведь он каждый год присылал кольцо и как бы говорил мне: я не забыл, я люблю, я рядом. Как же так? Но это же нечестно. Да, я обижалась. Долго обижалась. А потом ждала. Долго ждала, 45 лет. Вот 45 колец. А 2 года назад не пришло кольцо. И я поняла, все. 46-го не будет. Вот это самое красивое. Да, это самое первое. 1941 год. Померишь? Можно? Конечно. Оно обручальное. Любовь как дар, но тяжелая ноша. А ты куда? Я уезжаю. Куда? На север, к маме. Надолго? Теперь буду там жить. Понятно. Ну ладно, пока. Пока. У тебя 24Б? Да. Слава богу. 13Е. 13Б. Е. У меня Б. А, нет, Е. Нет, Е. Е. Нет, тут подстерлись. О, Господи, отлично. Слава богу, слава богу, слава богу. Все хорошо. Вон, Дзен. Пожалуйста, пожалуйста. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы поступим, мы поступим. Мы уже поступили. 34! 175! 176! 177! 178! Смотри. 180! 180! Мощно. 180! Да, это тебе не школа. 183! Пойдем посмотрим. 184! Пойдем. 185! 186! 216! 216! 218! 219! 220! 221! 222! 223! 224! Давай, Саша, на рекорд! 226, 227, 228, 229.
Сейчас, подожди. Эля? Угу. Саня, Толоконников. Привет, Лид. Ты меня помнишь? Конечно. Ну что, значит, сдали последний экзамен, да? Угу. Клево, да. А результат не знаете? Вот это, блин. А хочется узнать? Да? Абитура. Я сожалею, Саша. Спасибо, Артур Николаевич. Очень жаль. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Ну что, Эль, у тебя 69 баллов, а у тебя 67. Проходной 65. Ну что, пойдемте. Юр, привет! Здорово! Юр, привет! А еще можно спектакль ставить. Прикольно. Весело, не школа. Преподы с тобой на «вы». Класс. Дискач по субботам. Конечно, вышли. Слушайте, такие сережки прикольные. Это серебро или какой-то простой металл? А родители твои тоже вернулись? Нет. Папа умер, а мама осталась ухаживать за бабушкой. Я не знал. Мои соболезнования. Ничего. А живешь все так же у Лиды? Да. Эй! Нах, нах! Мужчинка, стопэ, идите к нам! Курточку накинь. Да нет, нет. Да ладно, не ничего страшного. Нормально. Спасибо. Не за что. А ты меня сразу узнал? Ну, конечно. Сразу. На набережную. Без проблем. Сань, ну давай быстрее, нас ждут. Ну, может, останетесь? Иду. Ну, давай быстрее. Девушку по адресу довезите, пожалуйста. А в чем дело? В чем? Да ни в чем. Все, давайте, езжайте. Марин, пока. Марин, пока. Сань, ну ты вообще. А че? Ну как, ну… Так. Ну что, шампанского? А? За встречу. Оп! Круговые вращения, колени вовнутрь. Раз, два. Наш Ромео. Какой же он красивый. Интересно, где его Джульетта? Дамы. О. Прошу простить мой ненавязчивый эскорт. Небезопасно. Теперь я спокойно могу уйти. Лида, иди домой. А я с ним поговорю. Угу. Ну, лады. Догоняй. Угу. Лид, пока. Пока, Саня. Ну, рассказывай. Чего за мной ходишь? Чего добиваешься?
Ничего. Ничего не добиваюсь. Просто, если что, я рядом. Если что? Например? Ну, я тебя слушаю. Говори. Чего ты молчишь? Я так не понимаю. Любовью оскорблять нельзя. Кто бы ни был тот, кто грезит счастьем, нас оскорбляет без участия. Я тебя оскорбляю. Да нет, я не знаю. Я просто, понимаешь, мне кажется, что я должен... Мне так легче. Но если хочешь, можешь считать меня тенью. Хорошо. Эля. Я с тенью не разговариваю. Лид. Аушки. Эля с тобой? Да, со мной, мам, спи. Лид, разогрейте картошку. Хорошо, мамуль, спи давай. Который тебя ласкает. Другую. Ну, ничего такое, да? Ну, странно немножко. Какой-то чокнутый, ну ничего. Он и раньше был ничего. Не, ну ничего, симпатичный. Не глупый вроде. Веселый. Да? Только что-то молчит. Знаешь, смотрит на меня и молчит. Чего он молчит? Опа. Интересно, о чем он думает? Целуем, а когда обнимаю, все равно о тебе вспоминаю. Федор Юрьевич, а можете не вставать? Не видно ничего, пожалуйста. Давай. Пить хочу. В перерыве, ладно? Как хочешь. Вперед! Давай, ребята, давай! Можно не гудеть так сильно, в ухо мне? Почему? Извините, пожалуйста. Можно здесь как-то не ходить туда-сюда? Ага. Пожалуйста. Ага, свободно. Давай, Витя! Девушка, не желаете попить? Мы не знакомы. Давайте исправим это недоразумение. Меня Максим зовут. Эля, очень приятно. Очень приятно. Что ты будешь делать? Максим. Лида. Пить будете? Да. Витя! Витя, давай! Витек!